На что? Нет, да, вот этим не засовывайте себя в рот. Мне кажется, иногда специально. Да не Ну, где-то специально, он что-то. сейчас спит. Не, ну сейчас ладно, бывает вот какие-то моменты, и ты думаешь, ага, вот сейчас она что-нибудь там это. Я только захожу, и ты говоришь, я запись веду. И маленькая, короче, такая, хоп, пас. Ладно. Так. О, поленца, 6-2 уже. Это мне вчера девчонки фотки скинули. Что я тебе помнишь, рассказывала на 8-е мы когда сидели, когда у нас одна пальчик засунула. Так, ну тут я запись делала, ты пальчик засунула куда-то. Ну, не вот я это... Блин, ну вот видишь. Да. Пальчик куда-то засунула, и там фантазии богатые. Она сегодня в ночь, короче, так и не вышла. Типа нормально все, но не вышла. Шла на больничный. Ну или там что-то заражение. Да. Тут... Хотела тебя. Камера установлена назад. Сейчас я их сохраню. Блин, теперь молчу. Сразу. Ага. Я тоже хочу, Сереж. Ну так устанавливай. Нет, сейчас. Полный сервис? Ну, не полный, но уже близок к этому.
вообще даже не знаю. Всех выбили. Малкульма бежал. Да, да, вот я тебе еще и говорил. И Барска тоже, и Кажика очень любит. Отлично. О, хорошо. Его тоже очень трудно перестрелять. Да что ж, как? Вот это было. Почему там что-то могучее? Садик убивает нормально. Я на нем. Я бы сейчас покушать, а то я не кушаю. Вот я тоже картошку не буду свариться. Я пришла, поела. Первое, потом надо горячего поесть. Раз, оба. До двух я упала, утром рано проснулась. А потом до полшестого я звук, это до полшестого, наверное, до полпятого, что-то не помню, даванула. Ну, конечно, просыпалась, но все равно. Ну, зато все попеределала вчера до двух часов, пока они мне позвонили, а сегодня делать нечего. Да, гады. Блин, все, оттуда вытеснили наших. И теперь? Теперь ты будешь получать? Получаю. Ну, потому что... Никак не... Они перестрелялись. Это сами быстро сидят. Конечно. И теперь и всех будут убивать быстро. Там будет получаться. Будешь падать. Гад! Ай, блин! Подкрался ко мне. А я на перезарядке. А, убил? Блин. Интересно.
эти бутылки. Поставили им последний момент. Коля, он 6 страйки, там он же шпарит человек. Да он и так играет, это в принципе у него нормально, но как-то он жалуется, я там видела, убивает он еще чего. А так, если он это, он нормально, у него и счета нормальные. 22-22, ну что? Ну, бывает, да, ну а так, в принципе, вот только они играют, как мы хотели. Это всех увидеть у тебя ни разу. Андрей, я чего пробежал? Он тут снайпер. Вот сейчас не прошел. Игра, на мой взгляд, более честна, чем когда стреляешь. Ну это да. Только из-за того, что она не проходит. Да тебя в ответ убивает, ну нормально. Пышечки видно сразу. Ну да, твоя ППшечка волшебная. Нет, спину пытались убить его. Я вроде убежал. Заряд. Нужно вернуться.
тяжело пролагать. А я вообще касаю. Теперь меня будут убивать все время, не касаю. Почитала тебе там, выслала. Давай, чекай. Сразу. А человека такого, да? Танк. Огрызаются. Паниш. Пуниш. Это пениш написал. Так, наш сидел, я выбегаю, ну впереди, я выбегаю, меня с пулемета с мышки убивает. Срезал одним рожком троих срезал без проблем. На покушечку. Ну кулик у тебя хватило, да? Да, вот лишь. Зачем вот этот встал на мне и давай стрелять? Ну что за человек? Появился и вот в моей позиции. Одного убил и сразу слышно другого.
детай небо. Давно не было его. Может, под другим ником. Посыпалась команда. Мы установили заряд. Не подпускай. Объект справа возьми. Вперед. Блин, попадает все в эту кухню. О, патроны закончились. У меня ты живой. Они не похожи на что-то, не знаю. Господи. Немного и сломаем. Мы прошли. А я стою тут пытаюсь. Что ты делаешь, полиция? Ты его смотришь? Нет. Ты же можешь его стрим посмотреть. Ага. Я сейчас уже скоро закруглюсь, четыре часа. Ай! Коль мобильного убивает, то потому что он не ожидает, откуда я буду. Да, чё? Значит, на полено попадает.
Малкольм, 60-25 набил. Человек радуется, слышишь? Жизни. Ай-ай-ай-ай-ай. Горело. Танк убрали, сопротивляются. Блин, как бы тут обойти? Thank you.
Ну да, плагин, ну программу, если точнее. Ну всё, попробуем. Ну кто-то доволен сразу, некоторые носом воротят. Я тоже недоволен. А может наоборот? Ну да, она, дело в том, что наоборот. Программа, она не идеально работает, то что там возможности нет. Она идеально. Заметно, стабильная регистрация вот работает. Не то, что она идеальная, но она стабильная. То есть не плавает, как раньше.
И дохну я очень быстро, кстати. Почти моментально. Так. Ну что, заходи. Что походи, ну сейчас Серёжа попробует. Ну, Посейдон ничего не помогает. Ему вода нужна. Я бессмертный, Леша. Для бессмертного смерть нужна, блядь. Ага. Ну, так тебе тут выпишут быстро. Это вот реально 2 часа. Я знаю, скину тебя. Ты что, бесплатно? Да будь стрельбу сейчас посмотреть, Полина. Ну, надела. Действительно, когда-то была идеальная иллюстрация. Это все когда-то было идеально. Я тебе скажу, когда ухудшилось, когда начали вот эти вводить средства защиты. Ну, когда начали с Западом бодаться. Направо же команда! Пошли сюда пару ребят! И черные списки и так далее. Да, чё? Куда кончилось? Нашла я. Сейчас я. Не кину. Сейчас убью, гляну. Сейчас ты глянешь, не жути уже практически. Ну, с этих, с двух коротких очередей отлетают они. И справа. Он долго живет, видишь, значит, не нормально там. Один выжил. Выходи в ответ. Лена отдает чудеса, бля. Там, по-моему, точку уже ставить, что-то пустит. Надо идти на интернет. Да, он стоит. Сзади слева. Да блять. Или дохнуть будешь моментально? Да я всегда дохну моментально. Не забери, чтобы ты. Я как раз не вижу, когда меня убивают. Главное, чтобы я убивал так же быстро. Да, я не могу.
могу получить пулю с ним, да? Что я бросаю, я почему-то не могу удалить. Ну, как это классно стоит. Ёлки-палки, меня тут то миномёт, то беспилотник. На каждого хорошо рега идет. Кто-то хорошо, кто-то плохо. Потому что компенсируется только частично. Плюс проблема компьютера тоже диктует. Процессор должен успевать еще. Они тут толкнулись, отправили себя. Ты ж поймела, Сережа, там не надо. Сейчас другая карта. Ну, так пытались. Бамс, бамс. Убили меня. Но для меня показатель с XM8U, когда плохая рига, она пукалка, нифига не проходит. Ну, у меня вот сейчас точность 18.41. У меня точность 14, но это ни о чем не говорит. Это я вмазал или наугад стрелял. Что, полетаем? Попробуем. Да ну ты давай меня лучше скинь. Он пролетит над пулеметом, допустим. Дорогая. Лёва сидит. Да, я сижу в этих. Мажу. Возьмила. Вот тут за шифером много. Да, сейчас. Еще полки там.
Ага. Да, ну, вот еще, пролети, пролети. Там внизу под нами. Снайпер, 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 вот здесь, возле шифера. Да улетай, там со всех сторон их навало. Выбили меня. Да это просто как бы негуманно. Я хочу сказать. Спрячешься. Ага. Сзади или справа. Попробуем попытать. Вот по Антону Рега хуёво идёт. А Мальком упал вообще-то так поставил. Там больно теперь. Дерьмо, они это встретили на... Ну вот это действительно дерьмо. Один отряд с этим деревянным. С деревянным макинтушем. Давай я пошел. Я зашел в один отряд, один в вертушке сижу. Так и я тоже в отряд пришел. Входим. Блять, как он меня увидел? Это слишком медленно летит. Это... Меня... Пожалуйста, не летай так медленно. Уже очень злые на вертолёте. Да, блядь, не видишь, что ли? В упор стоит медик, блядь, с инженером, жопа в жопу. Это какое-то индивидуальное.
Чуточки, чуточки. Так, а кто меня катает, Дэвил? Проходит, что еще нужно для счастья? Такое самое нелюбимое мое хобби. Что нифига не проходит обычно. Нам голосовать от безысходности. Давай, что тут? Ну, пока лётик стоит, не нужно. Сузи, представляешь, чудо случилось. Обычно это такая, месишь, не проходит нифига. Ага, и я сам отлетаю. У меня сейчас такой счет, что можно банить сразу. Да я на вертолете полетал. На блэк-хуке. Да, это присылает. Чик-чик. Что там убивать? А куда-то бегут они. Я потом скину видос, вообще убивается легко. Что мы, по-моему, жестковато. Малкуем там всю команду. Молодец, Лех от меня срезал. Лево, вправо. Пойду я отдыхать. Покушаю, а то голова уже. Иди оттуда подальше. Когда она уйдет. Так, что там? А, ну точность я не посмотрю. У меня точность также осталась. Да на. Ну, мне кажется, получше стало. Именно от того, что враги дохнут. У меня такая же была точность. Тут вот именно, смотри, как погибают.